Здравствуйте, у нас в гостях Дмитрий Маклов, это Центр поддержки экспорта Самарской области. Дмитрий, скажите, как вы поддерживаете экспорт в Самарской области? Мы оказываем целый комплекс услуг для предприятий малого и среднего бизнеса Самарской области. В первую очередь, это информационная поддержка, то есть мы рассказываем компаниям о том, какие меры государственной поддержки существуют, как они могут выйти на экспорт. Также мы привлекаем сторонних специалистов, которые помогают в переводческих услугах, в адаптации презентационных, коммерческих материалов на иностранные языки и помогаем сертификации, стандартизации продуктов и весь почти комплекс услуг вплоть до выхода на экспортный контракт. А сколько компаний уже удалось вывести из Самарской области на экспорт? Достаточно много компаний. Сейчас у нас представлено на коллективном стенде 5 компаний. Активно работаем над акселерационными программами, которые позволяют в ускоренном темпе предприятиям освоить рынок экспорта. Например, программа «Экспортный форсаж» акселерационная предусматривает бесплатное участие 10 компаний с октября по декабрь. Здесь какие у вас задачи на World Food? Задача Центра поддержки экспорта на World Food – помочь иностранным компаниям найти партнеров, найти коллег по рынку, по возможности завести как можно больше деловых контактов и, разумеется, проследить за тем, чтобы выставка прошла успешно для всех сторон. Дмитрий, спасибо вам огромное.